Ой, блин, сейчас утоплю телефон по-любому. А, ребята. Ребята. Она занята. Ну, естественно. А я ее фоткаю, она себя фоткает. Смотри, как классно. Смотри, смотри, смотри. Ага. Вот так вот перед сном смотрим «Спокойной ночи, малыши». Принимая ванны под открытым небом. Кто-то там решил перейти на хардкор. С горячего джакузи в холодную ванну. Сейчас я окунусь тоже в холодный. Давай, блин, ныряй! Ё-моё! Господи! Матерь Божья! Глаз не оторвать! Давай, Идя, можешь! Лариса? Что? Господин Эдуард, расскажите ваши впечатления. Сетевой маркетинг – это самая крутая профессия на Земле. Поверните на свет, пожалуйста. Это профессия свободных людей, которые не зависят ни от кого, а делают свою жизнь сами. Yeah. И примерно так отдыхают. Да.